Гуманитарная помощь отправляется из Ленинского округа в зону СВО каждую неделю. Жители деревни Спасская одними из первых начали отправлять посылки бойцам. Помощь в сборе самого необходимого оказывает депутат Совета депутатов Гаджимурат Гаджимурадов. Со временем это все эшелонами, там, фурами когда-нибудь привезут, но это время уйдет. А надо сейчас и сегодня окапываться и утепляться. Это все-таки и здоровье, и условия жития. Их надо сейчас организовывать. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому вот стараемся вот так оперативно помогать. 12 коробок с вещами и провизией, 15 спальных мешков, рации и генератор были отправлены в госпиталь 88-й бригаде 10-й роты. Всего за 2 года от жителей деревни на передовую ушло более 20 машин с гуманитарной помощью. Сбор организовывает староста деревни Спасская Алла Третьякова. Это у нас приобрело такой системный характер, за что я очень благодарна нашим жителям, которые откликаются на все мои просьбы, очень активно принимают участие, вяжут носки, дети рисуют рисунки. Со времен отправки самого первого груза Светлана Андреева стала вязать носки для бойцов. Позже к этому делу она подключила и других жителей деревни. Я, например, могу вязать, поэтому я вяжу носочки. Нужно было постельное белье или одеяло в госпитале. Отправляли. Следующая партия гуманитарного груза отправится в зону СВО к 8 марта. В ней будет собрано все необходимое для девушек, работающих в госпиталях. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.